Я Анна Фокс. Я должна кое-что рассказать. О себе. У меня тревожное расстройство. Я живу напротив. Мама просила передать вам это. Я не могу открыть дверь. Еще у меня агорафобия. Боязнь открытого пространства. Вы пустили в дом постороннего. Женщину из дома напротив. Я как-то сомневаюсь, что их можно запивать вином. Меня зовут Джейн Рассел. И вы подружились с ней. Красивые серьги. Спасибо, это подарок от бывшего бойфренда. А ваш муж не против? У нас в семье все непросто. Мою соседку напали. Полиция. А он кто? Мистер Рассел. Он утверждает, вы ошиблись. Вы не могли знать мою жену? Мы проговорили с ней весь вечер. Я Джейн Рассел. Она не Джейн. Я точно это знаю. Доктор сказал, что ваши препараты могут вызывать галлюцинации. Зачем вы их покрываете? Они все что-то скрывают. Ее сережка. У них в доме. Не с той семьей вы связались. Им известно, что вы одна. 911. Кто-то проник в мой дом. Не стоит подглядывать в чужие окна. Порой это чревато.